Здравствуйте, меня зовут Субботин Максим, и я вам расскажу, как создать удобно папочку на рабочем столе. Это нам позволит сделать HTC Sense. Для того, чтобы создать вот такую вот удобную и красивую папочку, где мы можем хранить все свои необходимые приложения, нам достаточно всего лишь переместить одно приложение на другое. Папочка создастся автоматом. Всего доброго, спасибо, до свидания.